Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сейчас мы будем прокалывать наших поросяток интровитом. Это витамины. В состав него входит аж 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 групп витаминов. В общем, достаточно дорогие, но такая флакон такой 100-граммовый стоит там около 300 гривен. Но дело в том, что всего 2 куба надо уколоть на голову расход. В идеале 3 раза проколоть. Ну, в принципе, получится не очень дорого, зато эффект будет, ну, просто сногсшибательным. Вы увидите, если будете делать, ну, прокалывать, вы поймете, насколько хорошо это все воздействует. Значит, начнем. Колоть будем бляшку, как обычно. В общем, я это к чему видео снимаю. Не побрезуйте. Потратьтесь на деньги. Потратьтесь на деньги, и вы увидите, результат будет, ну, просто вы на глазах поросята. Вот, значит, колется в 2 недели, начинать можно с 2 недель, не раньше. Разница между уколами, ну, время, промежуток времени, неделя. Ну, грубо говоря, вот если в 2 недели вы начнете, где-то месяц и неделя вы закончите, и они у вас будут максимально, скажем так, насыщены витаминами и готовыми к дальнейшему выращиванию, ну, на откорм, допустим. Как угодно их можно дальше. Мы до этого, как бы, скажем так, не особо внимания не уделяли этому процессу. Думали, достаточно там купить добавок. Ну и добавки делают свое дело. Не. Разница будет ощутимая. Витамины маслянистые плохо проходят. Надо подогреть желательно. Ну, подогреть достаточно в кармане подержать, чтобы не было холодно. Хранятся они в холодильнике. Что еще? В общем, поросята рождаются разного размера. Есть чуть помельче, покрупнее. Но после того, как вот их правильно сперва железом прожелезить, а потом еще отвитаминить, они, в принципе, в возрасте продажном, ну, скажем, в товарный вид приходят уже к месяцу, месяц и неделя. Это чтобы они нормально уже и питались самостоятельно, не сильно зависели от мамы. И, соответственно, не провалились в развитии потом. Поэтому очень важно сделать витаминами проколоть, и очень будет хорошо. С одной стороны, кормежка, да, но все равно витамины никак они не возьмут с этой дырки. С маминого молока много там не наберутся. И если все сделать правильно, у вас вырастет такая вот... Это 2-недельные. Вы не думайте, что им тут уже возраст лет, а их нет. Поросята 2 недели, ну чуть больше 2 недель. Операция не сложная. Поросята воспринимают ее очень хорошо, поэтому, в принципе, это не займет много времени и сил. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, и пусть ваши поросята вырастут такие большие, как мой живот.